Наша адская горка. Одна машина тащит другую. А, еще не могут разъехаться. Опа, ну. Так, подтаскивается, это мы будем фигурировать на объект. Это стоит. Это вперед, правда, немножко подтолкнулся. Застрял. Тут еще реку. Вот это вот. Не толкай. Машина даже не собирается ехать. Так, пешеходы. Ничего. Так, там кто-то едет с горки. Вот он, четвертый участник ситуации. Жигули. Так, отходи. Но места он не хватит. Там уже народ скопился. Так, Жигули, правильно, чуть уезжает. Но тоже не вариант, он не проедет. Куда он проедет? Вообще, конечно, у водителя просто было спокойствие, не писк. Жигули поехал. Машина сдает назад, и все, с горки только съезжает. Разъезжают. Такие съезды-разъезды. Так, а там у нас грузовичок. А все будет сложнее. Машину.
знаем. Боится лугу не плакать. Протиснулся. Аккуратно поехал. Сейчас будет кого затаскать. Оставайтесь.